Так. Всем привет, мы на канале Мисс Алис, и сегодня у нас челлендж без рук. Ура! Мы наконец-то снимаем супер челлендж, который очень популярен на Ютубе, без рук. Так, ну что, Алис, ты представишь, с кем ты будешь сегодня сниматься? С моей лучшей подругой Ритой. Отлично. Ну что, тогда начинаем? Да. Руки прячем? Мы решили не завязывать руки, девочки обещали быть честными. Да? Все, поехали. У нас сегодня будет 7 раундов. 7 раундов. Вы готовы? Да. Ты готова, Рит? Да. Отлично, погнали. Алиса, подожди. Так, у нас первый раунд, и он сосисечный раунд. У нас есть мини-сосиски. Итак, мы едим на скорости, я напоминаю, без рук. На счет три поехали. Раз, два, три. Алиса. Ее надо съесть, а не в рот взять. Вот это да. Алис, ты больше смеешься, чем ешь. Так, едим. Ничего себе, голодные девочки. Так, отлично. Обалдеть, Алис, посмотри на Риту. Она уже все съела, дожевывает. Куда? Так нечестно, дисквалификация. Так, ну что, раунд второй, макаронный. Раз, два. Три. Такие поедатели. Ням-н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 ям. Все, Алиса решила вырвать победу. Молодец. Так. Кушаем. Алис, хоть вкусно? Да, вкусно. Отлично. Ешь, не отвлекайся. Они на футболке висят, они на волосах. Такие смешные, у вас одни макушки видны. Молодцы, ничья, ура. Разрешите волосы убрать? Разрешаем. Стул двигается такой, едет ко мне. Третий бананный. Алиска готова? Да. Рита готова? Да. Поехали, раз, два, три. Алиса. Я тебе подожди на тарелку. Вкусный банан. Что, опять ничья? Ну, правда, у Алисы еще полный рот банана. Ладно, переходим к четвертому раунду. Алис, дожевываем. Ну что, друзья, четвертый раунд кукурузный. Раз, два, три, поехали. Алиса, да что ж ты стол-то двигаешь, солнце мое. О, вот это да. Кукуруза прям на ура пошла. Алиска очень любит кукурузу. Ну что, кукурузу сложнее кушать? Молчат и едят. Я хоть тарелку подержу, Алиса, но ты совсем уезжаешь. Так. Стол уже почти ко мне приехал. Скоро мама будет кушать вместе с вами. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Это так смешно наблюдать. Молодцы. Я первая. Ой, да снова ничья, Алиска. Вы снова практически...
практически нос к носу идете. Молодцы! Давайте пожмем друг другу руки. Вытерлась такая, пожала. Следующий раунд у нас яблочный. И здесь задача не съесть все яблоко, но откусить. Обязательно откусить. Куда вы уже полезли? Так, давайте на счет три. Раз, два, три. Поехали! На самом деле у Риты было более мягкое яблоко, а у Алисы более твердое, жесткое. Сложно было, Алис? Вон, смотри, Рита еще кусает. Будешь еще? Ой, ну хоть пошла вода в хату. Алиса начала что-то есть. Вот вы и встретились. И у нас шестой, по-моему, если я не ошибаюсь, по счету раунд, он семечный. Здесь очищенные семечки. И сейчас, девочки, без рук, на счет три, приступаем к поеданию. Раз, два, три. Пока мы едим, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Мисс Элли, ставьте лайки за усердие девочкам и расскажите нам в комментариях, а кто еще пробовал кушать без рук? У нас вот маленькая Соня тоже пробует иногда. Алиса, тарелка не естся. Она несъедобная. Ну что, и в этом раунде победила Алиса, тут однозначно. Тарелка была пустая вперед. У нас последний решающий раунд, вафельный. Ну что, поехали? Раз, два, три. Напали на вафлю! Напали! Едят. Ну что, и у нас есть такой раунд-сюрприз, необычный. Вы пить-то, наверное, хотите, столько всего слопали, да? Да. Но мы не будем сейчас пить без рук, мы сейчас будем поить друг дружку. У нас есть суперложка. Берем ложку в рот, набираем воду и поем. Ну как? Нормально? Поется? Теперь Рита поет Алису. Алиса тоже пить хочет. Ловим. Ну как, вкусная водичка. Еще, Алиса не напилась. Так. Не обливаемся, Рита. Едет ложка. Не отвлекаемся. Алиска, прощайся давай со зрителями. Всем пока и ставьте лайки за то, что мы так и боролись, хотя мы лучше подружки. Всем пока
И подписывайтесь на канал Мисс Элис. Ставьте лайки. Вот котик пришел подъедать за всеми. Пока-пока, Лизка. Воздушный поцелуй. Яблочный.